метеопрогнозах на среду вам расскажет Небесная канцелярия. Вас приветствую, я Ирада. 29 ноября, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске температура воздуха ночью составит минус 2 градуса, днем до минус 1, облачно и без осадков. Ветер южный слабый, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметра ртутного столба. По народному календарю 29 ноября – День Матвея. Не зря считается, что на него возможны оттепели и слякоть. Примечали, чем сильнее и продолжительнее матвеевские оттепели, тем суровее и холоднее будет зима. Как обещают синоптики, в Северодвинске оттепель задержится надолго. С каким характером встретит нас зима, время покажет. Я с вами прощаюсь. До свидания.